всеми силами пытаюсь собрать информацию как журналист. А я вам предлагаю посмотреть разоблачение пацана. Мне дал интервью муж одной из пацанок. Он и рассказал, как все происходило. Это вообще воровство людей, это политические преступления даже. Во-первых, русский телеканал «Пятница» сам ничего не снимает. Он заказывает нашу съемочную группу, и русские девочки приезжают в Украину и живут под Киевом. По его словам, в доме бардак, девочек никуда не выпускают, разрешают звонить всего лишь раз в неделю. У них есть 6 съемочных дней и 1 выходной. Люди все, которые участвуют в съемках, ну как, там будешь красование начать на лестнице, на диванах, это кому повезет, так весь пол.